Привет, дачники! Меня зовут Элина. Я занимаюсь обустройством своего дома в Московской области. С трепетом в душе хочу представить вам мой мир, мою дачу и мои творения. Я делаю все сама, своими руками. Недавно я делала кровать из брусков и украсила ее силуэтом оленей, что вызвало огромную бурю эмоций в комментариях. Еще из последнего я сделала настенную вешалку, шкаф для инструментов, компьютерный стол, садовую арку, уличный верстак, навес из поликарбоната, дерево из фанеры в интерьер, ящик для инструментов и для мамы ящик для цветов. О, это вот именно то, что я хотела. Деревянная решетка-забор с поликарбонатом, фальш-камин в интерьер и разные влоги про простую дачную жизнь. Заходите ко мне посмотреть. И только если очень понравится, я с большим удовольствием буду ждать вас в своей помощи.